Анонс и точка до выхода 7 серии турецкого сериала «Ворон. Бездонная тьма». 7 серия сериала выйдет в эфир 11 ноября. Ранее в сериале мы погрузились в мрачные тайны города Карабюк. Мехмед, главный герой, с каждым новым оборотом сюжета становится все ближе к разгадке таинственных событий, которые происходят в этом загадочном городе. Его непреклонное расследование раскрывает суровые истины, скрытые в самых темных уголках местности. Мехмед – человек с закаленной службой и жизненными испытаниями. Давно научился слушать свой инстинкт, и в этот раз его интуиция не подводит. Он всегда подозревал, что мрачные события в Карабюке имеют место быть по воле самих жителей. И каждая новая серия подтверждает его догадки. Однако один вопрос остается без ответа. Почему? С каждым новым шагом Мехмета, вплоть до решительности раскрытия тайны, мы видим, как серия загадочных событий в этом мрачном месте становится все более сложной и запутанной. Множество персонажей, каждый со своими собственными мотивами и секретами, вносят свою часть в пазл истории Карабюка. Этот эпизод представляет возможность погрузиться в мир интриги тайн, в котором никто не является тем, кем кажется на первый взгляд. Мехмед с его стойкостью и упорством начинает постигать истину, оставаясь верен своей миссии раскрыть загадки Карабюка. Но каждый шаг к разгадке сопряжен с новой опасностью и новыми загадками, готовыми выйти на свет. 7 серия сериала выйдет в эфир 11 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.